Сегодня я решила вам открыть очень большую тайну сна. Самый лучший сон – это когда вы спите с 23:00 до часу ночи. Почему? Потому что это час крысы. Крыса – очень интересное животное. Это единственное животное из всех 12 животных, которое полуинское, полуянское. Если вы смотрели мультфильм «Рататуй», если вы знаете, кто такой Микки Маус, вы знаете, что на передних лапках у этих мышей только 4 пальчика. На задних лапках 5 пальцев. Это только у крысы. Поэтому крыса считается очень особенным животным. Поэтому сон во время часа крысы считается волшебным. Ну и бонусный десерт. Если вы будете просыпаться каждое утро в 5 утра, вы будете очень богатым человеком. Если вы читали книгу «Клуб миллионеров», вы знаете, что все они просыпаются в 5 утра. Если вы читали книгу Дональда Трампа, он просыпается в 4 утра. Все богатые, успешные люди в основном просыпаются в 4-5 утра. Это считается час миллионера. Кто просыпается в 8-9 утра, это неуспешные люди. Поэтому сон, время сна имеет огромное значение. Если вам понравился совет, ставьте лайк и подпишитесь на мою страницу. С любовью, Снежана Тихонова.